курсанты Ивановского института противопожарной службы вернулись из Краснодарского края. Их доставил в Иваново специальный борт МЧС. Будущие спасатели были направлены в Крымск для оказания помощи пострадавшим от стихии. Они ликвидировали завалы и расчищали территорию от мусора и обломков. За период проведения работ было вывезено более 180 тонн мусора. Расчищено более 170 жилых домов. Ликвидированы более 30 завалов на улице. На многих командировка произвела сильное впечатление. Стать очевидцами результатов трагедии всегда непросто. Условия были тяжелые. Последствия наводнения ужасающие, честно вам скажу. Это вся разруха, это весь развал, столько там мусора. Люди, которые постоянно просящие помощи. Да, конечно, было все время тяжело. Командировка длилась 10 дней. По словам руководителей института, работу ивановских курсантов на местах бедствия жители Крымска оценили достаточно высоко. Имеется ряд положительных отзывов жителей, направленных на руководство института и руководство министерства с просьбой и ходатайством о поощрении курсантов. По словам сотрудников МЧС, основные последствия стихии ликвидированы и необходимости очередной командировки спасателей в Крымск нет. Сегодня вечером отдельным бортом в Иваново прибудут сотрудники МЧС Владимирской, Костромской и Ярославской областей. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.